тоже изменили. Навали хаммерхед и остались живы. Что такое? Да не, оставь ты гомит. Улетай. Кто это бомбит? Да это говорят, турельщики с этого. Со станции. Ах, тут турели есть? Да, но это же не. Это не Корея же. Это не Корея. Я знаю, но с каких пор тут турели есть? Ну есть, есть, улетай, пока не взорвали. Еще рассматривает их. Ну да, я не помню, чтоб на маяке были турели. Вот теперь есть. Хотя я к пиратам и не подлетал. Ты куда летишь вообще? На Селин. Ага, понял. Ты то есть с левой стороны облетел Крусайдер. А иначе ты не прыгнешь на Селин? Ну, можно через правый тоже там. А, теперь нет уже этой. Ты карту видел, как она? Теперь станции починки нету, да? Ремонтной станции нету. Как, ее сняли? Вроде бы, да. А так где чинить-то, да? Не знаю. Край астросервис теперь нет. Ну, а где починить теперь? И заправить. Это вот так долго закалибруется сейчас. Да, это если так стараться и будет каких 10 солнечных систем, это будет удача, если ты за рабочий день долетишь туда. Слушай, у меня в 4К показывает 47 кадров. То есть мне кажется, что сейчас уже на 1080 Ti вполне реально играбельно играть. 4К. На одной 1080 Ti. Ай? Не то, что у меня вон сейчас 25 вот. Я понять не могу. Это все, что и видеокарта, что ли? Ну, возможно, да. Процессор вообще без загрузки, а оперативки мне там 6 гигов только жрет. А где же пишет, сколько загружена твоя видеокарта? Loaded, вот это посмотри. CPU loaded. 3D где? Сколько процентов? 81. Ну, значит, это у тебя предел видеокарт. Вот у меня сейчас 99% грузит. И у меня 55 кадров рисует. То есть это предел загрузки видеокарт. Ага, через ОМ-1 показывает. Через ОМ-3 надо. Вроде. Ну, показывает красный. Попробуй через ОМ-1. Блин, ну это, блин, жестоко, если так долго будет всегда калибрация. По минуту где-то заряжается. Потряхивает что-то. 60 кадров, 4К. Блин, хватит, у меня и так болит душа, блин. Да я просто сам удивляюсь, такого я не видел никогда. Чтобы на так, одной. А полной версии, когда будет еще все поправить, а еще лучше будет. На одной 1080, 4К, 60 кадров, это на Star Citizen вообще не похоже. Ну, ты представь себе еще контейнер стриминг и все остальное еще не в сумме. Так не, контейнер стриминг это и есть, и потому и показываю 60 кадров.
От северной стороны. В смысле от северной стороны? Это не вся полная система еще всунута. Они там дорабатывают, а вы еще хотят что-то? Ну, в принципе, да, это есть. Да, еще там много-много всего. Они еще настолько, что... Ну, представь себе, в одну галактику всунуть тысячу людей. Вообще-то это миллион. У них план, да. 2000 человек они хотят на сервере, чтобы был. Да, они не, они все объединить хотят. Ну, как пример, он давал, говорил, что надо типа 2000 человек и так далее. Что будет, как это будет работать, что они посмотрят. Это, скорее всего, они тестируют, но у них в планах всех засунуть. Секунду, да. Все, я тут. Да, тяжело калибруется. Все, кораблик починили. Кораблик починили, что ли, или нет? Нет. А, да. Я думал, у тебя оторвано крыло одно. И... Красное. Да, не, я думал, что оторвано. У нас вообще никого нету, да? Так, надо. Подожди, никого нету, надо спуску взять. Можно повернуть угол поворота, но вверх угол высоты нельзя контролировать. Ну, то есть я могу стрелять, отжав F4. Но наводиться я только могу по, не знаю, по вертикали или как это. Ну, в общем, все готово. По кругу. Идем. Но не по высоте. Ты готов? Да-да. А ты что, оружие вешал? Я повесил орудие, патроны поставил в магазин. А, ну я тогда тоже сделал такую штуку. Мне еще броню надо одеть. Так давай, вылазь, турели надевай. Да, и я уже подлетаем. В турели все сделаю. Что-то тихо, корабль вижу какой-то. Какой-то есть. Ага, энергия, нифига себе, как я его сюда всунул. Еще один. Гладиус. Будем взрывать? Долго стрелять. Да, с этим хаммеркетом должна вся станция взорваться. Кто-то говорил, что циклон взрывается, он быстро. Хаммеркет. Boom.
Подлети поближе, осколки посмотреть. В масштабе. А, Все щас. пропали. Вот что значит такие пухи поставить. Еще один. Бьем, нет? Что там? Я не вижу. А? Как быстро. Это покруче, чем Хаммерхед взорвался. Хаммерхед у них со взрывами слабовато как-то. О, кто-то прилетел, видел? Лор Пи. На саблю. Пират. Ты, Олег, а ты этот бой настраивал? По вебке или нет? Ну, нет, вообще. Но он мне должен поработать как-то. А там головой можно крутить или только это чисто лицо снимает? Головой, да, тоже можно. Там надо только врубить настройку, чтобы головой крутить. Жень, не хочешь играть? Я сейчас... Ага. Не, вы не сможешь сегодня? Смогу, чуть попозже. А, ладно, тогда я в этой с ноги посижу. Варенье или тут? Ну все, варенье. Мы сейчас помрем. Да ты... Вот так. Куда ты улетать начал? А чё он перед носом? Ничего ты ему не сделаешь. Так я стрелял в него. Так мы уже красные были. Да ну и что, он тоже, наверное, красный был. А, серьезно? Ну конечно. Так ему мало оставалось? Столько ему попаданий сделал. Я, кстати, не смотрел на радар, что он там показывает. Я просто думаю, что, конечно, он красный был, столько попаданий. Он же не, блин, Хаммерхед. Ну, какой-то он слабенький. Ты улетел просто, я перестал в него попадать. Ты, ну, как бы из-за радара выпал. А у меня зависло все. У меня тоже. Короче, или я стою, или лежу, не знаю. Да, о, подожди. Все. Краш? А, во, проснулся, это баг такой. Да-да. А у меня ни хера. Давай снова берем что-нибудь. Погнали. Молодцы. Блин, надо на все пушки такие поставить, это будет больно. Станция. Ой, платформа. А у тебя вольтура нету, да? Не. Так, я на. Какая? Три минуты. Что-то катался хочешь опять? Да. Возьми. Смотри, блин, почти саблю разобрали. Это еще при том, что мне чуть-чуть лагало. Давай две сабли возьмем. А, это... Давай. А сабля какая-то баг, я не все фиты видны.
Зачем тебе там по умолчанию 4? Мать их стоит. Ну стоит, я хотел переставить, но почему-то у меня только weapon slot 3 и 2. Все, больше ничего нет. Остальное все ракет. Сабля, это кто был? По... Про фирма какая его? Что там будет? Аегис. А, вот, Аегис. Ну это баг какой-то, потому что полностью ее зафитить не получается. Жаль. И я как-то снял, и это пропало, как я фитил. Алло, она и не поднимается. Что ты хочешь на нее пофитить? А миски поставить? А, не дает почему-то. Только две типа имею. А с другого самого этого корабля снять не могу. Я уже взлетаю. Ты знаешь, что это было поставлено на туре? DR Model XG3. Слушай, а на Целин можно напрямую прыгать теперь. Серьезно? Да. Вот я сейчас прыгаю на Целин напрямую. И... А, нет. Хотел только сказать, и краш. Фига не краш. А ты через ОМ-3 прыгал или через ОМ-1 допрыгнул? ОМ-1. Там же показывают. Женя, ты чё, тоже ПТУ? Да. И как? Ну, пока кикает. Ну, то есть я захожу минут там 15-20 игра, мне сразу какую-нибудь ошибку выкидывает. Это как бы в начале, не знаю, у меня тоже вчера так было. Вот я вчера стегумай, и почему-то в пати когда был как бы, и всё, выбросу каждых 5 минут. А потом вот с Олегом тоже сам было. А потом Олег вышел, я просто просидел 2 часа. Ну, я вроде никого не вижу здесь на станциях. Я сажусь на платформу. Ну, посмотрим. Пока, в общем... Не, FPS нравится. Короче, вот там 60+, мне нравится. Ладно, бесить меня. Чем бесить? У меня 15-20 только. Значит, что-то у тебя не то. Ну, у меня тоже... карточка слабенькая. На процессор, нагрузка слабенькая. Рамов вообще там у меня только 6 гигов же. Скорее всего, у тебя какой-то дисбаланс в чем-либо. Не, у меня карточка на загруженная 100 или 80% ну, постоянно. Так, по-моему, у всех. Так, я захожу в Корею. FPS 30. Здесь можно в этих шлюзах прятаться. Как, ее изменили вообще там, как говорили? Ой, какая калибрация, даже у сабли долго. Здесь какие-то грузовые контейнеры. А-а-а! Смотрите, как они сделали. Если только калибрацию включаешь, оно очень долго идет. Но если уже еще одну включаешь, все вместе быстро очень идет. Кстати, ребят, такой вопрос. Это правда, что Afterburner убрали? Ну, скорелку. Нет. Его, по-моему, переделали, мальца. Он теперь по-другому работает. А как именно теперь?
Точно не скажу, но как прочел, что переделали. Да, неизвестно. И, в общем, сейчас, по-моему, Afterburn — это две разные вещи. А раньше как-то все это было воедино. А мне все одинаково работает. В общем, глянь статью, он сегодня, по-моему, выкладывал наш панда. Там описание с English сайта, где именно расписали разницу по каждой системе, типа, что так, что не так, а как, почему-то, ну, и принцип работы новый. Там на English, но, в принципе, понятно, по-моему. Спасибо. Трупака нашел. Нифига себе, подлетел Корея на 16 километров только. На Корее трупака нашел. В смысле трупака? Привет. В желтой броне какой-то. Я к вам на сервер захожу. Не надо сломать сервер. Ой, все еще, тут хорошо еще без трупаки. Тебя. Еще три трупака. Хочу на Корею тестить. Мы тут уже тестим. Олег, посмотри, пожалуйста, пушки, насколько долго остаются у трупов. А я не знаю, как там еще... Вот оставляет. Ну, если есть труп, рядом пушка лежит, потому что раньше она мгновенно исчезала. Это я не знаю, что... А ты думаешь, это трупы старые какие-то? Они в какой-то броне желтые, вообще непонятно. Это боты, я думаю, труп. Это ты меня стрелял? Нет. Ты на Корее? Я внутри здания. А, кто-то меня пулял. Я внутри этой станции. Кто-то меня пулял. Может, там эти турели опять тебя гасят? Они же будут. Может быть. Я такой не понял, испугался, выскочил прямо. Так, ладно. Ну, много пойду. Чего есть нового. Есть тестить это надолго. Пока на все запить, это еще поправит. Это точно еще есть что трупак. Делать. Вы долетели до этого тракстапа, ну, точки, которая самая дальняя теперь, до заправки? Я летал, но там просто точка. Я летел до нее, наверное, минут 15. Нет, не летал. Самая близкая есть точка, но... Ну, маленькая станция, она как бы рабочая. Остальных нет еще. Ну, она как в, на прошлом Citizen Coin была, вся такая с вывесками, такая вся. Да-да, это все есть, но это самое близкое около Курсайдера. А пока других не будет, она одна будет пока. 3-3-5 будет, потом все остальные. Ну да. Так, трупак, два трупака, три трупака. Что ты тут наделал, а? Олег, зачем ты всех так убиваешь? Нет. Ой, блин, как тут все изменили, коробок наставили. Так, только меня не убей. Я на третьем этаже. Трупак, а коробок, тут хоть прятаться сейчас можно? Тут целую боевку. Там еще и лазить можно. Ой, тут из третьего этажа можно на первый этаж прыгнуть. Обалдеть. Нет, оттуда снайперкой, кто вызывает, можно убивать. И на второй этаж можно прыгнуть. Обалдеть. Прямо там еще есть такая дырка, которая с третьего этажа на первый можно прыгнуть. Да-да. Из так, третьего на второй. Я обмываюсь. Я могу на Валькирии с вами лететь, хотите? Да, давай. Обалденно было. Будто офигенный корабль. Так, тут что-то изменили внутри, компьютерное. Как раз десант. Ну, и полететь спрячешься. На эту дальнюю станцию куда-нибудь. Посмотреть. Ну все, я все смотрел, здесь никого нет. Горючего хватит только в одну сторону. Да ну, ладно. Вряд ли долетишь самый дальний. Я летел за этот, Крусайдер даже. Не Крусайдер, а этот, как его? Ну, за эту планету. За Херстом? Да, за Херстом, но еще половина туда же далеко. Олег, если полетишь на эту остановку, запусти стрим Чанский, ну, либо хотя бы запись сделай, а потом посмотрю, пожалуйста. Я все сделать, я бы сделал бы все уже давным-давно. Просто мне еще надо, чтобы кто-то меня поучил, как это все сделать и это видео запускать. Как бы, я боюсь, что мне карта даже не позволит этому. А ты можешь через прозы? У меня есть программка бесплатная, которая записывает, но... Она у меня столько памяти жрает, она такая тяжелая становится, я даже не знаю, как запихать, допустим, Discord. У тебя сейчас 16 гигов, да?
Сейчас у меня карта 4 гига. Нет, 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 но это оперативная память. Оперативная 16. Ну, это вполне достаточно. Сейчас. Ага, нашел дырку. Ой, это... Прыгну. Нормально. Так тут захват, ё-моё. Не будешь знать, откуда тебе и убили. Ты там отмываешься? О, кто-то стреляет. Это я. Ты слышишь? Очень опасно. Все, все. У меня еще 3 минуты до стрима Валькирии. Да, слышишь, не надо. А я хоть попал? Да, ты меня ранил. Серьезно? Пришлось последнюю аптечку потратить. Единственную. Я чуть-чуть так оцепанул тебя. Ну, вот сказал видишь. Он, показывая базуку. А есть этот? Да. Здесь аптечки нет, он, да? Надо искать, изучать, опять Корею. Ну, тут коробок столько настали, что заблудится. Наверное, нет. Здесь раньше были. А там отмывается-то, крутится эта вертушка. Чё-то там, да. Так, дырку нашел на третьем этаже. Одну. Тут всякие загородки. Тут еще где-то есть такое хитрое место. С третьего этажа можно прыгнуть на самый первый даже. Или это просто чувак, не понимая, просто ляпнул так? Скорее всего, не понимаю. Там... А, нет, с третьего только через окно. С третьего можно прыгнуть на первый. Что-то я не нахожу. Вот, я вот... Смотри. Ты где? Так ты не на третьем этаже, куда ты пошел? А ты видишь, втором? Я стреляю? Куда? Ну, да, не знаю, куда-то тут. Я в углу там. Как бы объяснить? Если ты на экран смотришь, прямо на экран, то тебе надо в правый угол уйти. На третьем Подожди, этаже. Подожди, я на втором пока. Да. Ну, ты можешь на первом этаже увидеть. Ты, вон, видишь меня? Подожди, где вот ты? Сюда. Вот, видишь, наверх. Так это не третий этаж. С третьего этажа сюда можно спрыгнуть. То ты ноги поломаешь. Нет, так вот на коробку сюда ты прыгаешь, и потом спускаешься. Нифига тебе, подожди, стой здесь. Как это так ноги не ломаешь? У тебя есть аптечка, слышишь, ты сейчас ноги поломаешь. Тяжелая эта броня. Подожди. Я сперва проверю, ли у меня это грузится там. Ага, уже. Как бы, нифига, или ты выключил? Секунд. Нет. Отмывался, и может я за высоко ушел и пропало? Ты отмывался? И вот... Да. Не отмылась? Нет, ничего вообще. Экспериментатор прыгун. У тебя есть аптечки? Есть, я накупил. А, понял, где-то. А я думаю, тут загородка просто. Прыгай оттуда, я хоть сделаю. Подожди, аптечку вставить надо? Нет, ну да, ставь сначала, чтобы если что заюзать. А то еще кровь пойдет. Ты видишь коробку тут потом внизу? Ну, видишь там. Большая этаж, нам чуть надо к стенке туда прыгнуть. Все, вызываю Валькирию или Чукуан. Давай. Так, напомните, заюзать какая кнопка? В. Какая-то там В или... О, видишь? Нет, промазал. Блин, походу. Ну это нереально. Ну это нереально даже. Не очень симпатично, кстати. С третьего этажа на первый прыгать и ничего. В таком-то костюме. Считай, что у тебя там защита. Скорее всего, тут выкачали воздух, и все боты поздыхали. Ты видишь, чувак лампочку меняет. Какой он там раком лампочку меняет? Ну, видишь, лампочку. Спасибо, Жень. Все, говорю, воздух выкачали, и они все поздыхали. Они в этих шлемах. Ой, какое мясо. Ой, какое мясо. Сколько крови. Они двигаются. Мы это выяснили.
Их поюзать нельзя. Ага, еще 3 штуки осталось. Нормально. Мне хоть... Это мне 4 штуки надо. А, блин, что это за броня дебильная? Тут, блин, скана нету. Толстая броня без скана. Либо там не отключили, по-моему, почти вообще. Ну, тут много чего отключено вообще-то. Это, можно считать, этот патч вообще половина. Что еще будет, там еще больше, чем сейчас. А можете посмотреть миссию, которая связана с First Person Shooting? Только одна, вот эта зачистка Кореи, там может быть что-нибудь есть, там на Даймаре. Есть, даже гонки есть уже. Нет, я имею в виду постреляться из пушечек, а только... Нет, то как бы старые все. Пока миссии не будет остального билда, ничего новых миссий не будет. Если миссия, если летит в какой Корее на Стэнтон, как ты туда полетишь? Ну, я просто думал, там, помимо вот зачистки Кореи, зачистка еще каких-нибудь ванпостов будет на Даймаре, там, я не знаю, ну, я к примеру. Ну, мы еще не все протестили, тут, блин, столько всего, а вылеты эти, хотя сейчас уже пофиксили, наверное, за ночь. Сейчас они то спят. А слышишь, Гор? Иди-ка сюда. Ну, я точно к тебе подойду, подожди. Я тебя не вижу. Ага. Ты смотри, ты видишь мое лицо? Да. Я что-нибудь двигаюсь там, у меня болтает он? Болтает? Да, нос отвалился. В смысле? Да ничего вообще. Да? Ну, камеру тебе похоже. Ты что, флоп это вырубил? Ну, вообще, да. Не, я сегодня смотрел это. Я не это врубил, же. Сейчас не настраивал, но у меня приблизительно как-то должна быть там она ловить. О, Вячеслав делал, прикольно получается, все нормально, там кривляется, все. Я пошел в Лигу Легенд. Буду тебя ждать, Жень. Смотри, магазин висит. Слушай, скан не работает, так что нас убрать могут в любой момент. Там крутится у меня еще. Я подлетаю. А скажи, через какую дверь будешь заходить заранее? Нижнюю, верхнюю, среднюю. А хрен его знает, у них Корея не рассчитана на мой корабль. Да, я знаю. Так тут даже Хаммерхед был посажен. А, не работает отмывка. Чё за бред? Нечего пиратить. Я нечаянно. Чувак хотел что-то мне поморгать там фонариком, и я назад дал, потом вперед нечаянно он по стеклу растекся. В общем, ты подлетел, да? Да, подлетел. А ты видишь? Нет. Я пойду на корабль. Скажи, с какой стороны? Саблю видишь какую-нибудь? Там Хорнет рядышком. Горнет? Слушай, значит, кто-то здесь будет сейчас. Я как... Короче, я как... заходил... 0-1. Ну, давайте я вам сейчас аппарельку... Я сейчас корабль разблучу, сяду за пулемет и все. Давай 0-1. Можешь подлететь? Зачем? Я говорю, я сейчас аппарельку вам открою, закрою, но... Залезу в турельку и к вам... А ты на какой платформе? Как вот центральная окошко на коре, я справа, на верхней платформе. Я разлочил корабль. Поищу. Это первый дек. Там другой Валькирии нет, поэтому... Пятый, шестой будет.
Да. Я что-то не вижу. А, во, вижу. А, с другой стороны. Я сейчас стороны это, я за турельку, за ремонтку сажусь. Как раз напротив сабли. Твоей. Да. О, прикольно. За ремонт турель сел. Ой, блядь, меня лагануло, сука. Если бы я знал, а войти в ремонтку нельзя. Есть открыто. В смысле ремонтку? Ну нет, ну там есть удаленно управляемые турельки. И управлять ими сесть ты можешь, а управлять нет. Ее можно как-то включать. Я смотрел видео, там как-то она включается. Хаткей какой-то должен быть. Нет, а там даже... Там много чего еще поломано. Да. Так, я вижу, вы тут уже аппарельку открыли. Так, а как пройти к пилоту? А тут я. Наверх? Добро пожаловать на борт. Спасибо. Вы теперь раб производственного департамента. Ты горм забрался? Да я отмываюсь, что мне забираться? Долго. Кстати, тихо. Разлочен, можешь сесть. Он разлучен, а движки выключены, питание да включено. Я сейчас смотрю слегка так. А что самое интересное? Во-во, я самую главную комнату нашел. Душевая кабинка что? С туалетом. Душевую? Ну да. А там релиз. Академик не ушел, не видели? Возле вон. Или Иван Синг там? А? Нет. Слушайте, давай ты пока... Да закроюсь. По Валькирию охраняй, я пойду по Корее погуляю. Она разлочена, по идее, поэтому можешь в трельки забираться. Если мне что-то говорили, то я сейчас не слышал. Я говорю, питание подано, выключены только движки, ты можешь сесть в турельки. А это кто тут такой? Я. Как ты выпрыгнул? Через пилотскую кабину? Где, в смысле? Я на улице вообще, в середину захожу. Нет, ты сейчас кто-то... Все готов, можно лететь? Тут сейчас кто-то передо мной бегает. Белые бронники. С хренью какой-то. Чувак какой-то. А тут золотой тоже это. Золотой это я. А вокруг меня какой-то хрен бегает. Это я. А, ну ты так идентифицируй себя, а то могут и пристрелить. Я пугаюсь быстро. Какаю гренками. Короче, отмывка не работает. Ну погнали тогда. На станцию. Давай, я еще посмотрю, я рядом постою. Это не работает, вот мозг не работает, не волнуйся. Может, я отбегаю далеко и... А ботов не спавнил, что ли? Боты все подохли. Так они спавниться должны. Подохли они, не подохли. Каждый раз, когда ты кнопочку отмыться нажимаешь, должны боты появляться. Это как мертвые подниматься. Мертвые подниматься. Нет, лежат там мертвые. Может, не работает, что-то сломалось, так бы они уже давно подняли. Давай, садись на Валькирию. Погнали. Подожди, я попробую отмыться. Что тут будет сейчас? Да как ты, о, если не работает? Так ты... я, может, отбегаю далеко и не хватает, и все. И тогда связь прерывается, и тогда не отмывается. Нет, отмывка работает, пока на терминале кто-то кнопочку сломать отмывку не нажмет. Сломано. Все, выходите? Или я взлетаю? Я выхожу. Да, к Валерике. Да, сейчас Карелию изменили это, запоминать по новой все. Скажите, как взлетать? Подожди, я сяду еще. Да на стрёме, не пугайся. Здесь кто-то летает просто. Вылетел за пределы.
Радар. Наверное, варпнулся. Ты идешь? Нет. Да. Все, взлетай. Вот что. Вот. Взлетай. О, наконец-то на этом кораблике. Взлетаю. Так, есть нижняя турель, есть верхняя турель. А, тут верхнюю хочу попробовать. Тогда вот по лестнице наверх, вот по этой лестнице, да, и там будет, назад посмотришь, будет вход в турельку верхнюю. А я в нижнюю. А тут еще два каких-то. Так, куда мне на Кру L2, да, лететь? Ну, давайте на Елу или на Деймарку. Ну, где можно на покататься на этих? Я помню, циклон. Ну, давайте на станцию слетаем. Ну, я уже готов прыгать. Только помните, что у нас не бластеры. Патроны кончаются. Почти 2 миллиона километров лететь. Вот, слушайте, такой вид клёвый. Ты в нижней сидишь? Да, я сижу в нижней, я фотку сделал. А я не найду верхней. А эти навесные боковые работают? Сейчас нет, но на показухе они работали. Так, ты мне так, мы прилетели, не объяснил, куда-то. Где турель верхняя. Я зашел, где турель. Я сейчас зайду, тебе покажу. Я вверх залез, а там что-то не нашел больше ничего. Сейчас тебе покажу. Я туалет, здесь... кровати. Я здесь пропускаю эту станцию первую, лечу на вторую, еще на дальнюю, да? Или как? А ты хочешь на пит-стопы? Ну да, Хур L3, да? Там ничего нет. Вообще ничего? Станции тоже нет? Я третий был. Только как где есть? Самое близкое от Курсайда. Только здесь что-то есть, да? Вторая, кажется, она. Я что-то не вижу никаких... станции. Курсайдер видишь? Причем здесь Курсайдер? Он рядом совсем выглядит. Вы мне что, питание турели выключили? Нет, наверное. Что-то они мне стрелять перестали. Блин, а топливо так быстро кончается? Или у тебя там уже было потрачено много? Нет, это быстро... Сейчас теперь топливо очень быстро кончается. Я в гонках на сталкере участвовал. Топляк влетал. Мама, не горит. Так, я станцию нашел. Так, я поднимаю. Сейчас покажу, где турелька. Или не покажу, где турелька. Хорошо. Я тут туалет и кровати нашел, и все. Туалетик, с обоих сторон кроватки, и все. А, в десантном отсеке, по-моему. Ну, вниз турель, только в десантном отсеке. Не-не, где-то верхняя должна быть. А ее и нету.
Я как знаю, нижний так прикольный, только стеклянный глобус весь. Но... В поисках турели? Ну, слушай, я теперь нашел еще пару... вот в чем дело. Там, где я сидел, там турельки управляются из... Там есть дверные... Капитан. Все. Управляется от капитана, а пилот это нижний. А как верхний слез? Мне тоже резко стало интересно. Но я где-то видел, я помню. Или наоборот, и не спутали, это только управляемый верхний, а нижний ты садись. Смотри. Она хоть работает? Вот смотри, я взял турельку, только она не управляется. То есть я сейчас в двери стою с пулеметом, только я не могу им управлять. Можешь скрин сделать? Тебя? Да. Все, слушай, во, она управляется, только я не могу сейчас стрелять. Так мы в зоне, подожди. Да, мы в зоне, подожди, скрин сделал. Я думал, пойду попробую в станцию забежать. А я все думал, куда это, где эти стволы дополнительные, вот они. Их можно ну вот это 2С1 пулемета. Значит, в крыльях вот эти два дистанционно управляемых, они ремонт. Нет, там есть какой-то. Рядом сеть вот эти две турели. Ну, они по одной. Не-не-не, все. Вот эти пулеметы, за которые я сейчас сел, я не знал, что они есть. Я вот никак не мог найти. Все, сделал скрин? Да, уже закладываю. Все, хотя бы по стволам разобрались. Теперь нужно найти, как забраться в верхнюю турель. Тут две турели манят, поэтому... Верхнюю, а как выходишь из по лестнице поднимаешься, там такой оранжевый квадратик будет, сзади стоечка такая. Я в лобби заехал. Давай, забирайся сюда. Меня кикнуло. А, все, я нашел. Короче, прям сразу за лестницей, там люк. Как забираешься назад, смотришь и увидишь. Ну, все, нашел. Что там есть возможность заправиться там боеприпасиков подтащить? Ну какой-то здесь. Это интересно, как это менюшка устроена. Platinum Bay какой-то есть непонятный синенький. Что-то там корабли вы заберешь, но ничего не происходит. Можно выбрать какой-то корабль. Так. Так, ну ты как, ожил или тебя выбросил? Ты стоишь. Если ты сейчас меня выбросил. Значит, если ты зайдешь, то ты сейчас с нами будешь все равно. Но фриз такой есть, что я захожу, нет, я голову поворачиваю, но ходить не могу. Я знаю, это они еще не пофиксили. Тебя или на лесаре дропнут, или оживешь, не знаю. Это если я смогу вернуться назад в предыдущую точку, я с вами буду, но ходить не смогу. Купить вроде ничего нельзя. Теперь заправлять и пополнять боеприпасы можно на любой станции. Краястра теперь не нужно. Вот мы сейчас пытаемся, и у нас ничего не получается. Краястры уже нету.
пенициллин, можно прямо с Алисара лететь напрямую. А, все, к вам не влезть. Сервис фул, листов снимаю. Пытайся. В меню и обратно. Кто-нибудь то выйдет, пусть освободит место. Минут за пять. Я пока пытаюсь все-таки ремонтку задействовать. А, ну я все смотрел, маленькая станция-то. Это пит-стоп, простая маленькая станция. Да, здесь есть. Окна даже в космос можно посмотреть. Четыре человека грустят возле окна. Ну что, прикольно. Ладно, парни, до завтра. Всем счастливо. Давай. Ой. Только я вот не запомнил, с какого лифта я приехал. Там не написано нигде, какой этот. Я могу сейчас по листе посмотреть. Вроде два был. Наверное, два был. Я пока не вижу, какая это зона. Сейчас вылезу, посмотрю. Я вызову лифт сейчас. Поднимусь. По два. Каких-то звуков движения лифта не слышно. А сейчас у них со звуком. Так, я возле... Вон, вижу, ты бежишь. Гором на борту. Я вижу его, по крайней мере. Он-то на борту, но вот он вылетел. Ну, а если он попадет сейчас обратно на сервер, то он попадет на то же место. Мы полетим дальше? Он же на борту. Да. Я пытаюсь найти, где здесь этот выходной люк для десанта. А, здесь где-то, да, здесь должен быть. Вот там, это вот. Вот он, вижу. Вот там, вот, ты его открыл. Ну тут еще пулеметик. Я сейчас за пулеметиком стоял. Надеюсь, он фоткает. Отсюда и забраться можно, знаешь? А, ну ты смотрел, наверное, презентацию, да? Оп. О. Это я случайно забрался, что нажал. Просто вперед? Да. Я на борту. И пробил. Только ходить не могу. Прикольно. Блин, прилетел на станцию, на которой ходить не могу. Ты пулеметик видел скрытые стенки? Попробуй эмоцию какую-нибудь выдать. Не работает ничего. Может, вылететь его и вы жалостливо пристрелить? Зачем? Какие вы злые. Откроем его вид, может, из окошка посмотрит. А, это, ты, стой, я знаю, что надо делать. В консоли, смотри, я... В консоли слышу вейв, иди. Я, да нет, я знаю. Я, делал, не работает. Вейв не помог? Нет, я тоже делал, на самом деле, не помог. Вейв, я пробовал и ничего. Эмоции не помогают. Теперь. Ой, нифига. Ну, взаимодействовать могу, что вот достаю вот шлюз и открыл. Ну, уходить чисто не могу. Так, короче, прыгают на следующую станцию. Посмотрим, что там. У меня даже мобиглаз работает. А если тебе пистолетом по загривку стукнуть? Это мы сейчас умрет. Находимся на CRU-L2, да? Да. Сейчас полетим на ХУР.
L3. А Янагур был L4 аж. Гол L3, ничего нет. Кто слушай, меня бьет? Слушай, а у тебя это улыбка, ты улыбнулся. Ты у тебя камера, что ли? Я вижу, как у тебя губы двигаются. Правда, серьезно? Придётки. Да, ну, давай я запишу. Не, на самом деле, у меня я тоже двигались. Я пишу, и у тебя двигаются губы. Ну, не знаю. Улыбка. Вот сейчас улыбка была, потом... Да, ты пытаешься улыбаться. Я пишу. Ну, камера как бы есть, но и у меня она вообще в стенку смотрит. У меня тоже. Я в стенку, тебе по этому колбасе. Ой, тут такие баги сейчас, ой. И сквозь корабль ты меня прикладом, да? Пистолетом стукнул. Нихуя себе стукнул. Это смешно, блин, пистолетиком по шлему и убить. Ну, с третьего или второго раза. Слушай, а это воздух, вот я сейчас открыла парельку, и была анимация, как воздух тю-тю. Закрыл. И воздух появился. Теперь открываю парельку. Ладно, я оф, там академка ждет меня, работа. В общем, да, на фут, а второй фут, раз, когда открыл, воздух не улетучился. И с открытой парелью сейчас все есть, все хорошо. Здесь ничего нет. Ну, я видел анимацию, как воздух улетучился. Это было. Кур L4. $18 миллионов. Далеко бы, недолго будем лететь. До чего? А потом на Аркорп. Кур L4. Так было 18. Пулеметчик, который в двери не стреляет. 18 900 было, сейчас 16 900. Пулеметчик в двери. Ну, я дверку открыл и взял. А сейчас там, ничего не будет. В варп-прыжке ничего не должна стрелять. А, ну может быть, сейчас посмотрим. У меня никакие не стреляют. Не... Передние орудия. ФПС-100. Смешно. Я 35. Нет, у меня сейчас... Я вот сейчас за турелькой, за этим... За пулеметной установкой стою. И ФПС-100. У меня тоже, кстати, было, когда я сидел за Катласом. За турельку. У Горма. Но у меня было 55 в 4К. 60 даже кадров. На 1080. Слушай, в какой-то веке загрузка ГПУ 100%. Меня отображает расстояние. Оно не висит случайно.
знаю, но нам лететь далеко. Тогда потом Хур L5, и тогда Стентон будет. Ну, наверное, на Стентон лучше полететь. Ой, на Хёрстон лучше полететь, да? По идее. Хотя там его и нет. Если долетим. Блин, расстояние не показывает. Нет, релька, конечно, знатная. Нижняя особенно, нижний вид такой хороший. Угу. Вижу, ты мотаешь ей. Ты двигаться по кораблю можешь? Да, я дверки открываю, вот сейчас душ пошел. Угу. Значит, мы должны все нормально лететь. Ну, я себя не вижу на радаре. Я, правда, не могу найти, как душ включить. Выпрыгнули. Все, мы прилетели. О, слушай, клево. Тут, оказывается, 5 кроваток. Карл, 5, а не 4. Круто. Угу. Много. Так, я здесь ничего не могу обнаружить. Топлива мало осталось, всего 4000 единиц. Попробую на Хур. Ну, 5 прыгнуть. Три 500 надо. До Хёрстона, наверное, не допрыгну. 15 000. И должен. 15 миллионов. Чуть короче прыжок, чем мы сейчас сделали. А у фрилансера должно быть побольше топлива, то есть на фрилансере, по идее, можно долететь. Правильно же? Черт его знает, по идее, Валькирии должно быть больше топлива, но хрен его знает, сколько они сейчас спили. Десять тысяч, одну треть пути прошли.
10 миллионов. Блин, так обидно, что до Херста не долетим. Хотя нам чуть-чуть останется. Ну, у Валькирии баков в два раза больше, чем у Фрила. Да? Да. У нее 4 бака, а у Фрила 2. Ну, правда, у нее движка 4. Две трети пути прошли. Что тут можно говорить, когда они Валькирию в смолу записали? Куда записали? Ну, в размер смолу написали для Валькирии. А, нифига себе, ладно. Ну да, наверное, спасать как раз всяких мустангов. Так она в любом случае не делает. То есть 100%. То есть она будет... Не, я шучу. Ну, ты помнишь Селезенкон? Он же прилетел в мустанг спасать. Типа маленький корабль прилетел спасать большой десантник. Так, прилетели. Quantum travel fuel is low. На обратном пути у нас нету бензина. Топлива. И нас заправят. И здесь станции нет. Смотрим, на что у нас 496 единиц осталось. О, слушай, пулеметчик стреляет. Ну да, это в квантовом прыжке ты не стрелял. Правда, я дверь не открыл.
Даркорп или Дахерс налететь? Вот в чем вопрос. Ну, с ней нет топлива. Я, конечно, попробую запустить полет. Ну, посылает задницу. Походу. Да, все, мы прилетели. А если выйти в меню. Топливо не кончилось. Если выйти в меню и зайти обратно, топливо не зальется. Нет, наверное. Корабль же остается поломанный. Да. Мы не долетели или долетели? Нет, ты можешь посмотреть на карте, куда мы пришли. Прилетели. Мы на L5. Нам до L1 осталось 15 миллионов километров. Это они готовятся, когда они Аркорп ведут. А... Пацаны, а чё это Хаммерхед не может взлететь? Тяжелый слишком большой. По прямой лети. Вперед, дай не газу. Помогает, не помогает. И стрейф вверх. И тогда он потихоньку выкарабкается со станции. Делаем массовый суицид. Да, корабль здесь оставим, пускай они потом из этого металлолома соберут какую-нибудь станцию для заправки. Так он вообще взлетает вообще. Ну что, проверим, сколько выстрелов ты держишь. Ну, давай, если тебе пиратство, не жалко получить. 3. А я не получил пирата. Ну, ты слишком далеко от этих всех возможных этих так, спутниковых. А теперь я спокойно сяду в кораблик, включу дополнительный бензобак и спокойно улечу. Да-да. Кстати, на